Всем привет! С вами Стивпро, и сегодня я покажу модный фейерверк для Майнкрафта Backstation. После установки этого мода в вашем мире появляются три новых фейерверка, которые сможете запустить прямо в мире Майнкрафта. Ну что ж, первый такой наш фейерверк. Он довольно маленький, взрывается он довольно быстро. Ну что ж, сейчас маленько подождем. Ну, он летает довольно невысоко, но все же потом он взрывается. Второй фейерверк уже взрывается маленько повыше. Ну и он двигается немножко побыстрее. Как видите, он и вправду двигается быстрее, но все же он взрывается немного выше. Так. Вот, как видите, взорвался наш фейерверк. Его взрыв маленько больше. Вот этот фейерверк, к сожалению, взрывается при нажатии или при тапе на любой блок. Да, взрывается он прямо моментально. Вот, видите, вот взрывается наш такой классный фейерверк. Мод довольно простой, но в то же время он довольно классный. Так, давайте сравним два фейерверка. Как видите, один фейерверк все-таки догоняет другой фейерверк, и оказывается то, что один фейерверк, как я сказал, быстрее другого. Так, а другой еще только взрывается, и получается, что другой фейерверк, он немного выше. Как я и сказал до этого, это и вправду так. Вот еще один такой фейерверк. Ну вот что ж, мод довольно маленький, но все же он классный. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.